на сегодняшний день на территории города работают 20 маршрутов, 4 маршрута – это пригородные маршруты, 20 – это непосредственно внутригородские маршруты. По итогам конкурсов, проведенных муниципалитетом в июле и в сентябре, выдано 206 карт маршрутов. Это порядка 189 автомобилей, которые непосредственно осуществляют пассажирские перевозки на территории города. Ситуация на сегодняшний день такова, что да, существуют проблемы по некоторым маршрутам. В ходе ежедневного мониторинга мы пытаемся реагируем передислокацией автомобилей с маршрутов на проблемные маршруты. На сегодняшней ситуации такая. Мы все являемся тоже пассажирами этих маршрутов. На самом деле, вы сказали, что 10-й маршрут, 11-й маршрут. Есть какой-то муниципальный транспорт, на самом деле, мы как жители этих районов. Нет, данные маршруты, они усилены автомобилями с других маршрутов. Как такового муниципального пассажирского транспорта. На одном маршруте всего 3 маршрутных такси ходят. Одни и те же, больше никаких усиленных нет. Нет, мы усиляли данные маршруты, 10 и 11 маршрут, ну, порядка уже месяца назад. В выходные дни невозможно выехать, допустим, с Южного района 17-го. Их просто нет весь день. Они не выходят на работу. Вот ваш ежедневный мониторинг как-то. Ситуация такая, смотрите. В общем, все конкурсы на обслуживание данных маршрутов это конкурс. То есть носит заявительный характер. Заявители кто? Это предприниматели. Соответственно, вот, прошел конкурс, не было заявок, соответственно, сколько заявок поступило на момент проведения конкурса, столько маршрутов, столько автомобилей там и будет работать, не более. В ходе обращения, в ходе мониторинга ситуации была выявлена проблема, то что на этих маршрутах мало автомобилей. Мало автомобилей, и поступает обращение, жалобы граждан. Вот как мера реагирования на эти обращения, на эти проблемы, были передислоцированы с других маршрутов на эти маршруты автомобили. Ситуация, насколько я помню, месячной давности, вот касаемо 11 маршрута, где 3 машины вы говорите, там была одна машина, потому что остальные 2 машины, которые прошли конкурс, они просто вышли из строя. То есть и предприниматель не заменял этот транспорт, просто они не осуществляли свою деятельность. Нам было принято решение передислоцировать с других маршрутов на эти маршруты машины.